вот это интересно. Почему аист – символ Беларуси? Предки жителей Синеокой верили, что после смерти душа человека переселяется в аиста и улетает в Ираи, в неизведанный край. Весной с их возвращением продолжался жизненный цикл природы и людей. Аисты – предвестники счастья и благополучия, связывали с ними и надежды на пополнение в семье. С давних пор эта птица – покровитель народа, чистого душой и сердцем.